Да, у меня на самом деле и так дочка слишком общительная, она ко всем пойдет. Да, сын с младшей дочкой не совсем ладит. Ну, внимания, наверное, просто не хватает, вот и все. Я тоже со своим младшим братом не дружу. У нас разница в 3 года и 3 дня, и я с ним не лажу. Мы с ним не общаемся, от слова совсем. Спасибо за подписку. Вот так вот. Приветик, приветик. Вот детская кроватка там типа стоит. Красиво выглядишь. Спасибо. Спасибо за розочку. О, ничего себе ты упал. Хотя я тоже неплохо упала, я порвала мениск на левой ноге, ну, на колене. Короче, порвала связки, можно так сказать. Вот, поэтому я тоже нормально падаю, как и ты. Ноготочки, как у тебя. Думаешь? Розовый нюд у тебя? Я с Минской области. Не, не пробовала обрезать. Мне операция. Моему колену. Hello. I'm from Belarus. Спасибо за подписку. Нарощенная. Зачем наращивать? Спасибо за подарочек. Привет, привет, привет. Я могу помочь. Помоги. Hello. Hi. Спасибо за розу. Только, блин. По одной так дарить, конечно, это сильно. Ну хорошо, давай так. Я из... Thank you. Парню нравится. А, ну, раз парню нравится, то ладно. Операция на колено левое. Порвала мениск. Вот. Спасибо вам за браслетик. Не, ко мне ехать не надо. У меня есть карта закрепленная. Все, не надо ко мне ехать. Спасибо за розу. Thank you. Не умею говорить, как девочка там другая. Thank you, вот так. Я говорю thank you. Надеюсь, вы меня понимаете. Привет, дела нормально у тебя? Спасибо! Привет, всем привет! Спасибо за цветочки! Класс! Отдыхаю, только что вот жарила блинчики. Если бы ты раньше зашел на эфир, ты бы увидел. Вот. Ногу импутируем. Импутируем. Нет, мне не надо ампутации ноги. Мне просто порвалась связка. Я лучше так похожу. Мне не нужна ампутация. Хай! Везет же некоторым. А ты чем занимаешься? Работаешь, наверное. У тебя, может, или у тебя выходной. Спасибо за подписку. Спасибо за розочку.
повредила ногу, упала, и теперь нужно, короче, порван мениск. Нужно что-то с этим делать. Футболистка, что ли? Конечно. И футболистка, и хоккеистка. Скоро зубы не будут. Вторые сутки уже. А где ты так работаешь? Что за работа? Что вторые сутки? Либо МЧС, либо в больнице. Не знаю, где еще такие есть работы. Спасибо, спасибо за подписку и лайки. Начальник охраны. Ничего себе, а почему ты так работаешь? Какой-то график? Или у тебя типа... Как? Какой у тебя график? И где ты, что ты охраняешь? Блин, в тишине лежим. Надо, наверное, телевизор включить хотя бы, чтобы музыка шла, да, ребята? Спасибо, спасибо большое. Ребята, как вас зовут? Вы откуда? Чем занимаетесь? Работа у вас? Отпуск? Что вы делаете? Рассказывайте. Пообщаемся, познакомимся. Я из Белоруссии, Минская область. С поселка. Привет, привет, привет. Доброе утро. Ежик. Блин, на самом деле, вот я прочитала твой ник и сразу вчерашнюю ситуацию вспомнила. У друзей, короче, умер вчера ежик. Вот. Привет. Не работаешь? Почему ты не работаешь? Бишкека. Что-то знакомое. Это где? Привет из Баку. Привет из Минской области. Что за операция? Повредила ногу, колено левое. Вот, порван мениск. Нужна операция. Вот. Как ваши дела? Чем занимаетесь? Как прошли ваши выходные? Спасибо за розы! Я нормально. А вы как? Ну ничего себе! Вот это да! Вот это да! Спасибо большое! Я норм. Это хорошо. Чем занимаешься? Как ваши дела, делишки? О, в Норвегии. Блин, там так красиво в Норвегии. Я надеюсь, что я когда-нибудь туда попаду. Спасибо за розочку. Ну, можно, да.